штаб, на линии человек с информацией о химических атаках. Хочет говорить с вами. Назовите себя. Мак, это Джон. За эту неделю на монументе появилось много новых имен, приятель. Это был Макар. Ублюдок ускользнул из моих рук в Сьерра-Леоне. Что известно Ми-6? Джон, ты во всех черных списках. Я не смогу пробить тебе разрешение. Не надо мне этого. За тобой должок еще с Припяти, пора возвращать. Полегче, сынок. Хорошо. Мы отследили перемещение судна с грузом до базы в Босасо, Сомали. За главного там урод по имени Варабе. У меня здесь дел по горло, так что полагайся только на себя. Доброй охоты. Какая там охрана? Второй сорт. Территорию охраняют местные головорезы. Мы будем торчать там, как чири на заднице, о скрытности речи не идет. Тогда просто постучим в парадный вход. Скажите Николаю, пусть готовят людей. Если поторопимся, успеем зацепить Варавы, пока не слинял. Песчаная буря быстро приближается. Другого шанса не будет. Команда Варава, сохраните ворота. Тебе орудие, накрой эти посты!
выстрел. Юрий, Сом, надо найти гада. Команда Эхо, мы входим в нужное здание. Николай, готовься к эвакуации. Команда Эхо готова. По сторонам проверяйте. Предположительно зашли в арабы. Балкон второго этажа. Вас понял. Предположительно в арабы. Второй этаж. Браво один, займите позицию. Я прикрою фланг. На втором этаже на подходе много врагов. Now!
участник, где ты там? Почти на месте! Тут слишком жарко! Не могу приземлиться! Юрий, бери управление турелью и разбежи! Эхо-2! Подходим к точке эвакуации!